Многие годы вода в многоэтажке Калинового озера поступала из так называемого каптажа. Это горно-инженерное сооружение для сбора воды. В течение дня вода в кранах появлялась максимум на 40 минут. Поэтому ею селянам приходилось запасаться, наполнять резервуары, которые по-прежнему стоят во дворах жилых домов. Ситуацию изменили многочисленные обращения жителей и поручения главы города Анатолия Пахомова. Силами Сочи водоканала, а также других организаций в Калиновом озере реконструировали водопроводные резервуары. Сочи водоканал приняла активное участие в реконструкции данных сетей. Мы восстановили водопровод с деревни Измайловка, по которому сейчас подается непосредственно вода в резервуары чистой воды. Мы приняли участие в восстановлении кольцевых сетей поселка Калиновое озеро. Сделали переключение, установили новые колодцы. На объекте не просто отремонтировали резервуары. Территорию оградили забором, по периметру установили освещение. После ввода резервуара в эксплуатацию чистая питьевая вода теперь поступает не только в многоквартирные жилые дома села, но и в социальные объекты Калинового озера, школу и детский сад. Теперь воды и мощностей отремонтированных резервуаров хватит на всех, поэтому водоканал готов заключать договоры с жителями частных домов на подключение к общей водопроводной сети. Игорь Кырпа, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.